Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я расскажу о аккумуляторной ударной дрели-шуруповерте компании Greenworks, модель GD24DD60. Выставляется дрель в относительно небольшой картонной коробке, внутри которой находится непосредственно сама ударная дрель, инструкция по эксплуатации, иллюстрации по установке инструмента и, собственно, здесь же можно найти вот такой вот крючок для фиксации дрели, например, на ремне. Традиционно аккумуляторный инструмент Greenworks поставляется без аккумуляторной батареи и без зарядного устройства, которые докупаются отдельно. При этом есть отличительная черта. Все аккумуляторы линейки Greenworks 24 вольта совместимы между собой. И, соответственно, если у вас есть, например, фреза, шлифмашинка, то аккумулятор от них можно использовать с данной дрелью. Итак, что мы видим? 20-позиционный переключатель крутящего момента. Здесь же у нас переключатель режима работы, удар, сверление, шуруповерт. Точнее, сверление с ударом. На корпусе предусмотрен переключатель реверса. Он же является переключателем для блокировки кнопки запуска. Аккумуляторная батарея. Установили. Устройство полностью готово к работе. Имеется переключатель скоростей. Первый режим от 0 до 450 оборотов, второй от 0 до 1700 оборотов в минуту. Кнопкой регулируется скорость вращения. Очень удобно, очень практично. Также имеется подсветка рабочей зоны. Вот мы ее сейчас с вами видим. Подсветка очень яркая и светит непосредственно на ту зону, где у нас попадает сверло, например. В данной модели стоит бесщеточный двигатель, корпус редуктора металлический. Патрон цанговый, быстро зажимной, имеет функцию блокировки шпинделя. Поэтому, как мы видим, закрутили и метис у нас зафиксирован. Инструмент полностью готов к работе и давайте проведем небольшие тесты. Первый тест больше на автономность. У нас брусок 100 на 100. Устанавливаем биту и в брусок будем закручивать 45-е саморезы. Ну и посмотрим, насколько нам хватит емкости аккумуляторной батареи. В данный момент установлена батарея на 2 мАч. Ну, погнали! Итак, 60 саморезов закручено. Остаток аккумуляторной батареи составляет 2 трети, то есть ушла 1 треть. Отличный показатель автономности, в принципе, вполне ожидаемый. Мы уже ранее тестировали подобную дрель, поэтому отличный показатель автономности для данного устройства. Еще давайте посмотрим, как справляется дрель с винтами 12 на 180 и 8 на 140. Как мы видим, винты заходят достаточно легко в брус. Ну, единственное, конечно, это не гайковерт, это все же шуруповерт, поэтому придерживать брус и дрель приходится. Ну и, соответственно, некое усилие прикладывать также приходится. Но еще раз хочу повторить, что винты в брус заходят как по маслу.
Самое главное — дождаться момента сцепления винта, точнее входа винта в древесину. Увеличиваем усилия, процесс пошел дальше. Вообще хочу отметить, что работа с аккумуляторным инструментом Greenworks лично мне доставляет огромное удовольствие. Отличный, продуманный, качественный инструмент, удобный, прорезиненная ручка, противоскользящая ручка, эргономичный корпус. Просто отличная подсветка зоны, рабочей зоны. Безусловным преимуществом является бесщеточный двигатель, который и мощнее, и долговечнее обычного традиционного щеточного двигателя. Ну и сейчас давайте посмотрим, как работает режим сверления. Тот же самый брус, сверло шестерка и очередное сверло. Это у нас 12-е. Максимальный размер сверла 13-й. Как я уже говорил ранее, патрон с блокировкой шпинделя, очень удобно. Все, инструмент готов к работе. Итак, мы видим, что сверло входит в древесину как по маслу, за что отдельное спасибо Greenworks. Отличный шуруповерт. Качество сборки, качество исполнения на высоте. В принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки под видео. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока.